Export Company. А, прикольная вещь. Меха. Точно не видно, да. Наверняка и без затей. Рождается, как птичка из скорлупки. В пучине смуты, трауре страстей. Из-за нее звенят мечи и кубки. И если мир в безверии почил, людей одна объединяет вера. В ней столько безысходных детских сил, что лопается на кусочки сфера. И невозможно повернуть назад, и труден путь от Альфы до Омеги. Так все века прошедшие глядят, как к Риму направляются набеги. Прольется кровь, закроются глаза, свершится казнь, толпа в испуге ахнет, но долго собирается слеза. Воздастся все, и память не иссякнет. Очень резкие. Российская ДРБ.
мы удачно проехали центральную улицу, очень похожего на современные Дельфы, средневековый город после 1834 года. Город известен как место ближайшее к горнолыжному центру Парнасу. Парнас горнолыжный, а также оракул Аполлона. Это два самых важных экономических, я бы сказал, критериев в жизни местного населения. Как вы видите, здесь все достаточно живут хорошо. Все это частная собственность, государственного здесь нет ничего, кроме школы, которую только что мы видели с правой стороны. И приближаемся непосредственно к ущелью Бога, Ветров и Олла. Улицы украшены шелковицами, скоро они будут с листочками, появятся плоды красные, и черные, и не белые. Это разновидность. В античности шелковицу использовали, специальная разновидность шелковицы.